Всем привет, друзья! С вами выпуск GoBasket. Яркие баскетбольные истории, которыми делимся с вами мы, Саша и Слава. Перед Новым годом принято завершать начатые дела, и в этом смысле баскетбол тоже чтит традиции. Именно поэтому мы прилетели в Сыктывкар на финал четырех пари Кубка России среди женских команд. Позади нас Лузалис-арена, а внутри нее уже все готово к началу. Го! Скажи, как изнутри ощущалась сегодняшняя игра? Ну, честно говоря, ощущалось какое-то моральное немножко давление. Мы немножко нервничали, потому что все-таки это игра за выход в финал. Но я считаю, как и тренер сказал, что мы выиграли за счет нашего характера. Мы защищались, бились за каждый мяч, боролись до конца, и поэтому такой счет. Ну, долгожданный этот день наступил, Кубок России в Сыктывкаре. Какие у вас эмоции после старта уже, после первой игры? Ну, слава богу, что Кубок в Сыктывкаре уже давно, а вот финал... Кубка России. Он первый раз, и поэтому, конечно, эмоции наполняют, переполняют. Главное, игроки все готовы, в хорошей форме. Мы все будем болеть за хорошую игру. Это праздник для всего города, для всей республики, и самое главное, для всей нашей большой страны. Тяжелое время, много проблем, но мы должны чувствовать, что жизнь есть. Сыктывкар, как и другие города, очень рад приветствовать наших баскетболисток в зале, на паркете, потому что они могут и должны доказывать, что они лучше в России. Пожалуй, один из самых главных шагов на пути к финалу. Насколько трудным был этот шаг? Ну, я думаю, в принципе, финал четырех – это непростое соревнование и сложное. Все команды собрались сильные, поэтому, конечно, самое важное для нас было выиграть сегодня, чтобы пройти в финал. Я думаю, что мы с этим справились, и я очень горжусь своей командой, что мы выиграли. В этом году Росада запустила проект амбассадоров. Амбассадор – это человек, который представляет компанию или бренд и привлекает внимание целевой аудитории к ценностям бренда. А в данном случае это ценности чистого спорта и спорта без допинга. Меня зовут Абаева Алиса, я сотрудник РФБ. Я связующее звено между Росада и нашими спортсменами. Запрещенный список препаратов ежегодно обновляется. Напоминаем, что сам спортсмен несет ответственность за то, что попадает в организм. Это, в принципе, наверняка вы слышали не раз, но, к сожалению, случаи с проблемами, связанными с нарушениями, они возникают. БАТ вы никогда не проверите у Росада и вообще как бы не рекомендуется их принимать. Хотела бы еще раз сказать, чтобы все лекарства вы проверяли, все очень быстро и просто. Кубок вернулся к формату финала четырех, а вместе с ним осталась атмосфера долгоиграющего праздника. Два полуфинальных матча, борьба за бронзу, ну и, конечно же, финал. Четыре матча с запредельным уровнем поддержки. Что ты будешь делать? Болеть. А как? Громко. А хлопать будешь? Да. А как ты будешь хлопать, если у тебя лапки? Расскажи, а как мне стать болельщиком Ники? Что мне для этого надо? Вам нужно просто иметь хорошее чувство юмора, хорошую поддержку и хороший голос. Ну, судя по тому, что ты мне сейчас подумала, что я хочу убрать твою пиццу, чувство юмора у тебя не очень. Оно есть, я испугалась. Привет. Здравствуйте. Я смотрю, вы так взглядами перекидывались вот с болельщиками УГМК. Я так понимаю, сейчас будет какой-то лютый батл. Типа того. Но они сегодня зажгут, это точно.
Почему именно ты на барабане? Хочу. Скажи, а как ты получил свою должность? Это типа верхняя ступень болельщика? Конечно, я очень долго ходил. А мне слышится только рысь и только победа. Что нет, делать? Нет, нет. Только лисы, только победа. Мы возьмем медали! Перед стартом финала хотелось бы узнать мнение экспертов. Перед финалом хотелось бы услышать мнение экспертов. Как думаешь, кто победит, МБА или УГМК? УГМК. Думаю, УГМК. Почему? Не знаю. Всегда побежала, вроде может победить. Иван, как думаешь, кто победит, МБА или УГМК? УГМК. А почему? Ну, потому что я так считаю. Ну, почему ты так считаешь? Ну, они хорошо играют. А МБА плохо? Так же думаю. Как думаешь, кто сегодня победит, МБА или УГМК? Не знаю, думаю, МБА. МБА. Это было ворваться в Кубок России после непродолжительного перерыва? Ой, мы ворвались, так ворвались, что выиграли первое место. Это очень здорово, очень классно. Мы радостные. И для нас это очень здорово, потому что первое место – это первое место. Вот, но на самом деле очень устали, отдали все силы. И даже вот радоваться тяжело. Но мы молодцы. Я очень рада, что мы боролись до последнего и отдались этой игре на все 100%. Конечно же, мы ехали сюда играть за золотые медали, но так сложилась игра позавчера. Мы сделали все возможное, играли так, как, наверное, не хватило позавчера. Но мы очень рады этой победе, и мы ее посвящаем всем нашим болельщикам, нашим семьям, нам, тренерам, клубу. Чего такое наделала в финале? Сложно сказать. Благодаря команде все. Я знала, что сложная игра будет. Но мои подружки сказали: Ксюш, мы хотим, чтобы ты была двухкратная, трехкратная. Поэтому взяла и сделала. Все. Команда! Мне кажется, мы побывали на каком-то баскетбольном безумии. Разве мог по-другому пройти 20-й юбилейный розыгрыш? Однозначно нет. И мы поздравляем победителей и всех участников финала четырех. И, конечно, главные сердечки летят в адрес Сыктывкара, который научил нас заново и очень горячо любить женский баскетбол. Мне кажется, я до сих пор слышу шум трибун. Все мы любим женский баскетбол. Эй, женский баскетбол. Эй, женский баскетбол. Эй, все мы любим женский баскетбол. Эй.